ибо они покаялись от кров Ионы. И вот здесь больше Ионы. Дух злой, когда выйдет, то ищет себе место и не находит, и говорит: возвращусь в дом мой, и придя, находит его выметенным, убранным, и берет с собой семь злейших духов, и последний бывает для человека хуже первого. Вот какая связь между тем, что впереди сказано? А вот те люди, которые погибли, они как раз под этими демонами-то и были, семь злейших. Это что надо было придумать делать? Ангелы пришли к Лоту, а они их домогались насиловать. Даже возразить невозможно. Семь злейших. А ведь возникает ересь, и все первоначально это где-то от чего-то. Не враг. Бога не надо, я буду Богом. Так не было. Премудрый Соломон говорит так. Умирает богатый человек, знатный, и люди желают ему польстить. И делают изображение, потом приносятся жертвы, портрет его поклоняется, цветами играется. То есть он разобрал, как возникает вот это идолопоклонство. В Ниневии люди согрешали. Ниневия столичный город был. Написано, что 20 тысяч. Но сегодня это, если так прикинуть, не меньше 12 миллионов надо. Потому что население тогда было намного меньше. Если в Римской империи, так это еще задолго до нее, всего только насчитывалось 120 миллионов. А это до Индии, Британия, вся Европа, все вместе. А сегодня речь идет о миллиардах. Лука, 12 глава, 43, 43 стих говорит так. И от того, кому много дано, много и потребуется. Кому много верено, с того больше взыщут. Я эту фразу слышал от людей лукавых всегда. А мы не будем изучать Писание. Почему? А фарисеи, он, смотри, как много знали. А Христа распяли. Ну и правда. Почему ж ты не говоришь, что среди фарисеев это был тот, кто 14 посланий написал? А если бы он не был фарисеем, то он бы ничего и не написал. Если так рассуждать, то и нам апостолы не нужны, потому что один из них оказался предателем, предал самого Господа. А чтобы много не спросилось, я буду мало знать. Так вот, за это-то Господь и спросит. Ты мог знать, почему же ты не узнал? Мало дано, от рождения ему не дано. Он не может понять. У него силы на это нет. Каждому дано. Я вот знаю с людьми, профессора, у него много научных работников, защищает докторскую под его руководством, у него открытие мирового значения. Как он может до этого доходить? Я никак не пойму. Обыкновенное дело, я этот камень видел, а он научился его раздроблять чуть ли не по мановению пальца. Как это? Кому много дано? Ему дано, но этот талант он все время развивает. Ученика в школу не посылай, ничего не будет знать, он ничего не разобьет. А ты начинай понемногу его шевелить. Кто учится музыке, это очень трудное дело. Его надо буквально за руку тащить, а не так, что мне не нравится, я никак. А вот если бы вы заметили грех тогда в Содоме, то сразу смертная казнь. Почему содомского греха не было в России во времена Ивана Грозного? Никто не знает. Почему эти геи меньшинства нигде не были зарегистрированы? А он сразу насаживал на кол. Толстый большой кол, его намылят мылом, и задом сажают на него, пока кол не выйдет в подбородок. Все, никого больше нет. А колдуны и колдуны сразу сжигали. Ну, один-два где-то, может, спрятали. Не было этого попустительства власти. А если бы проповедовали, непрерывно говорили об этом, маленьким детям рассказывайте. Только рассказывать так, чтобы это по-детски было понятно ему. Всякое извращение смертельно опасно ему и потомству его. А сегодня не знает, что делать. 2 Петра 2.21. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: вымытая свинья идет валяться в грязи, а пес возвращается на свою блевотину. Некоторыми словами искорежен буквально, но это так. Он берет семь злейших. Ты узнал истину, ты услышал о чистоте православной веры. Куда ты еще потянулся?
Ведь большинство-то людей, которые попадают в сектанты, они многое слышали, приходили в храм, знали праздники, можно было узнать, Евангелие продается. Я перед отъездом зашел в церковную лавку, посмотрел, икон много, разных. Крестиков много, пояса, надписи, но стоит и Библия. Библия для малого возраста, там кратко переделана, для взрослого. Библия с картинками, настоящая Библия, 77 книг, притом разные издания, крупным, мелким шрифтом. Но сегодня-то уж никак нельзя сказать, что нельзя достать Евангелие. И притом не где-то, а в православной церкви, да, цена у них несправедливо большая, но жизнь-то твоя дороже. Если уж нигде-то нельзя было достать. Ни неритяне не знали, где лево, где право, Господь говорит. И пророк пошел, стал говорить, еще 40 дней Ниневия погибнет. Хотя бы сказал, если покаетесь, то останетесь. Этого слова говорит, за того не сказал он. Он надежды вообще никакой не дал. 40 дней, все. Ни один живой не выйдет, Содом и Гоморра. И царь же задумался, а давайте постимся. Давайте тюрьму себе откроем. Давайте всем простим должникам. Давайте всех нищих сирот накормим. Может быть, Бог помилует. И Бог помиловал и отменил. Вот почему говорит, что Содому и Гоморре будет отраднее. Потому что здесь столько чудес явлено. Столько видели. Я думаю, что те, которые у нас жили, были в общине и ушли, спрос будет очень и очень большой. Имели все. Притом мы не скрывали о том, что нарушение заповеди ждет суд Божий, казнь, гиена. Ни одного стиха не пропускали, говорили. Лучше бы не познать путь истины. Исаия 1.4. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели Израиль, его повернулись назад. Это люди, которые родились в верующей семье. Молились, трижды в год ходили на поклонение Богу и Иегове, приносили жертвы, повернули назад, сыны погибельные. И Бог говорит, я вас уничтожу, бить вас уже не во что, я вас бил. От подошвы ноги до темени головы, ноги переломанные, голова в ушибах болит. А чего она болит-то, голова-то у тебя, ты сама подумай. Ты приди ко мне, я тебе сделаю исследование, если головные боли есть, приди, поговорим. Начнем, как ты встаешь, ложишься не днем спать. Как ешь, как трудишься, как молишься, не позволяешь ли себе лишнее думать о греховном. Причина обязательно найдется где-то. И что-нибудь головной боли? Не знаю, но тебе это полезно. Головные боли я с кем беседовал, а потом встречаюсь, люди благодарят. Хороший, постоянно встречаемся с человеком, глубоко верующий, член общины. Вот стоит, подкашивает. Я говорю, а ты отвел в сторону, а ты знаешь, нет, что вот это подкашивание один из признаков беснования. Да ты что, я никогда не думал. И он потом год проходит и говорит, мне так трудно было от этого отстать. Я как кашляю, думаю, демон залез, опять перекрещит. Отстал. 40 лет не отставал. Ты даже не знаешь, какие признаки беснования. Вот это всякое извращение, все это демоны делают. Это бесы увлекают людей. Галатам 3.1. О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами был как бы Христос распятый. Вы знали, встречались с Павлом, но вы обратились, куда вы опять пошли? Куда вы опять тянетесь? Лучше бы ты никогда не слышал о православной вере, нежели ходить, причащаться и потянуться. И в каждой молитве включи, Господи, только бы не лишиться православной веры. Господи, ну сохрани меня в вере православной, но православие, чтобы было настоящее, по слову Божию, понятное. Со свидетельством другим людям. Мы вчера молились о наших братьях, которые поехали в Шарщину. Ни одной души нету, как будто пустое село. А нашлась одна женщина, пожелала слышать. Она как багряницу продавала, когда апостол Павел проповедовал. И несколько часов слушали. Евангелие, купила книгу. Это может быть основанием. Потом подойдите к братьям нашим, узнайте, как, что, и помолитесь. Вот так идет основание общины. Если она одна, и она ревностная, она случайно может вышла на улицу, она кого-то еще соберет, будут у ней книги, и начнут души возрождаться. Это люди заброшены, они ищут. Но с ней легко разговаривать, потому что там нет церкви, ее попы не отравили. Она ничего не знает, она сразу заинтересовалась и сразу взяла. Вот о чем надо молиться.
Книга Исход, 34.16, Иезекииля 23.1. Говорит об Израиле и называет город Иерусалим столицу мира, где приносится жертва Богу, великой блудницей. И в подробностях рассказывает, как она блудила, находила рослых мужчин, стала блудить с изображениями. Бог говорит, я дал подарки, а ты их растратила на любовников. Его нельзя было не убить за такие слова. Ты о ком говоришь? Это церковь Христова, наша мать, ты раздеваешь. Такие же были люди, как сейчас. Но кто говорил против, тех нет. А он звал в покаянии, в конце концов, за 2700 лет вперед просмотр на наши дни. И мы сегодня, считая Иезекииля, можем покаяться. Мы ходим в храм, а умом прелюбодействуем, где находимся? Вот это место, дома придите, подробно прочитайте, Иезекииля, 23 глава. Марк 1.4. Тут о чем говорит, что восстанут на суд и осудят его, ибо они покаялись от проповеди. Покаялись от проповеди. Как каяться, если проповеди-то нет? Ну ты видишь, люди живут как в Содоме и Гоморре. Да, почему же ты им не проповедуешь? Я был в Америке и говорю, а там вот чикагский, вашингтонский епископ. А мне один сидит и говорит, этот епископ гоморский и содомский. Такая местность. Столько людей, которые живут в страшных грехах, как Содом и Гоморра. И Господь дает надежду, если вы пойдете проповедовать, все может измениться. Проповедь. Людям покажите Христа, дайте им свет. Иоанн крестил в пустыне, проповедует крещение покаяния. Крещение покаяния. Ты не знаешь, как проповедовать. Выйди и говори, мир погиб. Покайтесь, люди, Христос ждет вас покаяния. Все. Покайтесь, покайтесь, повторяй. Покаяние. Проповедь твоя в этом заключается. А люди, как правило, считают, а я чем хуже других. Не украл, я живу своим трудом. Я нормально живу. Ты скажи, нормальный грешник. Ты Бога не знаешь, Евангелие не читаешь, посты не соблюдаешь. Ну найди, что ему сказать. Лука 24:24. И проповедано будет во имя его покаянию. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Иисус проповедан в народах. Проповедан. Не в таинствах, не в молебнах, а в проповеди. А потом покаяться человек, приведи его к таинству, крещению, причащение к молебнам, не наоборот. А сегодня так, приходи и все. Но и чаще исповедуйся, чаще причащайся. Премудрость, 2 глава, 14 стих. Живет человек молодой и делает не как все. Не участвует ни в выпивке, ни в компьютерных играх. И говорят о нем, вот он перед нами, есть обличение помыслов наших. Я предупреждаю, кто играл в компьютерные игры, особо на исповеди скажите священнику. Думаю, больше половины бесноватых. Сейчас пришла большая статья, тревогу бьют люди ученейшие, медицина. Хуже наркомании невозможно. Проходит несколько дней, они опять тянутся. Они в нереальном мире живут, у них нет сохранения жизни, они все погибшие. Они умрут все в молодых летах. Вы еще ничего не понимаете. Я слышу, что все еще продолжает дома касаться компьютерных игр. Умолите родителей, чтобы они проверили ваш запас, уничтожьте все. В доме не держите. Если вы не знаете, я вам дам статью, центральная газета пишет. Это исследование во всем мире бьют тревогу, беснование сплошное. Они живут в выдуманном мире, ему хочется ударить. Он заходит в помещение и говорит, какое у тебя впечатление, мне хочется сразу стрелять и гранату бросать. Он не может ничего с собой сделать. У нашей прихожанки одной внук, совершенно спокойный парень, только играл, двое с товарищами. Внук соскочил у нее в доме, схватил нож и так ударил, что нож сломался. Его судят, а он сидит, умоляется, он ничего не понимает. Ты же человека был, убил, но случайно остался живой, в кость воткнулась. За что? Ничего не помню, не знаю. Выпивали, не выпивали, даже чай не пили. Полное беснование, это сатана эти игры-то дал. А через компьютер потом и печать поставят. Сирах 21.7. Кто ненавидит обличение, тот идет по следам грешника. Об этом тоже надо просить. Одно слово замечание сделаешь, а я в храм ходить не буду. А почему из храма уходишь раньше времени? В уставе написано, не выходи. Заболел, узнай. У нас написано, он посчитает на стенке. Канон есть такой, канон. Специально собором не был. Я знаю, причины разные. Но ты сначала скажи.
Ты хочешь, чтобы у тебя нормальная жизнь была? Не покидай храм никогда, ни под каким видом. В храме тебе больше Господь даст, нежели когда ты пойдешь и думать о своем будешь. 1 Коринфянам 6.3. Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Это о нас говорится. Ты хочешь быть подсудимым или судьей? Кем ты хочешь быть? Ты сразу себе реши. А как судить жизнь свою? И на суде Божьем говорит, вот они, ниневитяне восстанут и скажут, мы от проповеди Ионы, иностранец, пришел, говорил, и мы поверили. А с вами Христос был. Вам Святое Евангелие на русском языке в прекрасном переводе давалось. Почему же вы этому не внимали? К Евреям 11.7. Верою Ной благоговея приготовил ковчег, и он верою своей осудит весь мир. Что ты в храм ходил, а другой нет, ведь этим ты и другого осудил, то ты тоже мог здесь быть. Ты получил бы здесь благословение священническое. Ты бы услышал напевы ангельские, Златоуст говорит. Псалом 149.9. Господь дает власть верующим производить суд над ними и честь сиять всем святым его. Господь говорит, вы будете судить весь мир. Даже страшно подумать. Да я думаю, как бы под суд-то не попасть. А нам уже назначено судить, если мы дойдем до желаемой цели, до пристани, до Царства Небесного. И это честь святым его. Сираха 38.35 говорит о том, что кто не вникает в закон Божий, он никогда не бывает на судейском месте. Ты не можешь дать дельный совет. Если ты читаешь Писание, у тебя всегда найдется на языке слово. Слово строгости, обличения, ласки, внимания. Ты совершенно правильно будешь судить обстановку, разбираться в мировых событиях. Ты ничего не понимаешь. Читайте Слово Божие ежедневно. Не сяду за стол, пока не прочитаю главу Евангелия. Каждый день хотя бы выделите 15 минут. 7,5 минут утром, 7 вечером. Вы знаете, что такое 7 минут утром вечером? Это означает, за год прочитана будет Библия. Я специально узнал, сколько я ее начитывал, потом разделил на количество дней. Вот и все. Ведь так это просто. Ежедневно. А то увеличь. И скажи, и в обед не сяду. За 7-то минут они вообще ничего не решают. За 7-то минут даже одеться не успевают. Марк 6.15. Апостолы пошли и проповедовали покаяние. Пошли, мы умеем ходить, а теперь проповедовать покаяние. Так они какие грамотеи-то, рыбаки были. Они говорили, покайтесь, Христос пришел, Он умер за грехи людей. Иисус пролил кровь святую, Он ждет всех. Он умер за наши грехи. Все. А остальное к этому уже нанизывается. Лука 24.47. И проповедано будет Евангелие во имя Его для прощения грехов. И притом во всех народах, повторяю. А народ какой? Рядом, соседние деревни, близкие, родные. Деяния 26.20. И вот Павел проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. А чтобы знать, какие дела достойные покаяния, надо опять же читать Евангелие. Для детей самое наиглавнейшее почтение к родителям. Из дома не выходить без благословения. Родители должны знать каждую минуту, где находятся дети. Особенно следить за девочками, чтобы они нигде не были без присмотра. Чтобы потом горько не плакать и не раскаиваться. А как образец какой Божьей Матери, успение которой церковь отмечает. Она преблагословенная пребывала в храме, она молилась, занималась рукоделием. А раньше вообще одна никогда девушка никуда не выходила, заботились. Вот для чего сегодня церковь, быть может, и отмечает этот торжественный праздник, хотя он завтра будет, на вечере сегодня, хотя к евангельским событиям она никак не относится. Но мы из этого берем для себя полезное. Позаботиться о женском роде, помолиться о них, чтобы вот это молодое поколение, это будущие проповедницы были. Аминь. Идите,